Сейчас вам покажу настройку, которая очень сильно влияет в ТикТоке на то, что ваши видео набирает мало очень просмотров. Я эту настройку нашел не так давно. Кстати, подпишитесь на этот канал. Просто напишите в поиске ТикТока Тимо этот андрохакер, и у вас будет классный канал, мой еще один канал. Я сделал его как запасной. Тут, правда, 400 подписчиков, но я верю, что вы сможете мне помочь и набрать больше. Значит, смотрите, когда мы публикуем какой-то ролик, мы нажимаем, как происходит плюсик, дальше загрузки, выбираем какой-то ролик, который мы хотим загрузить, нажимаем далее, здесь пишем описание, теги, там можем друга какого-то, видео, обложку делаем. Ну и, конечно же, тут у нас будет пункт «Другие параметры». И вот в самом низу есть такой пункт «Управление аудиторией». Если он у вас включен, то вы обречены на большие просмотры. Советую проверить и отключить вот этот вот пункт прямо сейчас. Всем добрейшего!